Во-первых, добрый день. Я, Боленко, прилетел из Германии. И был очень удивлен, и мне очень приятно встретить столько интеллигентных людей здесь. Это так. У меня простая здесь вот это самое. Я вручную напечатал. В основном у меня на немецком языке написано дома все, а это я на русском напечатал. Короче, называется моя гипотеза. Гипотеза называется. Строение бесконечной Вселенной. Так как Вселенная бесконечна, то за счет неопределенности в энергии она имеет бесконечный потенциал энергии. Именно за счет неопределенности в энергии проявляются в бесконечной Вселенной короткие микроскопические всплески энергии, которые распространяются сферически, волнообразно во все стороны и растворяются безвозвратно в бесконечности со скоростью больше света. Пространство, в котором распространяются эти волны, есть, в скобках, наверное, геометро-динамическое пространство Альберта Эйнштейна. Может быть. Очень часто бывает, что для две сферические волны в самом начале своего возникновения сталкиваются и интерферируются, в результате чего в каждом конструктивном пункте появляются мелкие сферические частицы, которые тут же пытаются увеличиться, раздуться, так сказать, до бесконечности. Но вокруг находятся другие сферические частицы, поэтому они все сталкиваются друг с другом. После каждого столкновения они стягиваются в точку, почти до сингулярности. Оттуда они увеличиваются до планковской длины, сталкиваются друг с другом и опять схлопываются почти до нуля, так они могут осциллировать бесконечно долго. На эту кучу сферических микрочастиц наталкиваются другие сферические микрочастицы и остаются с ними. Таким образом, в течение неисчислимых миллионов лет образуется гигантский шар диаметром предположительно около 50 миллиардов световых лет. Такие большие шары, шарами на больших расстояниях друг от друга заполнено все бесконечное геометро-динамическое пространство Эйнштейна. Каждый большой шар представляет собой конечное шарообразное пространство, состоящее из виртуальных сферических частиц, из виртуальных квантов. Между этими большими шарами двигается бесконечное количество мелких шаров, маленьких шаров, которые постоянно сталкиваются с собой и с большими шарами. Диаметр маленьких шаров около 1 миллиона световых лет. Большие шары не двигаются со своего места, так как они получают удары со всех сторон. Они только вертятся очень-очень медленно вокруг оси. В центре большого шара сферической частицы сжаты более чем на периферии. На поверхности большого шара те сферические частицы, которые потеряли свою энергию, постепенно испаряются обратно в геометро-динамическое пространство. Если у маленького шара скорость небольшая, то при столкновении с большим шаром он может прилипнуть к большому шару, увеличивая тем самым объем большого шара. Если у маленького шара скорость сравнительно большая, то он отскакивает от большого шара, а в большом шаре будут двигаться к центру миллиарды шоковых волн быстрее света. Это первая часть. Это последняя. От бесчисленных столкновений маленьких шаров с большим шаром в большом шаре двигается к центру бесконечное количество шоковых волн, которые могут встретиться с точно такой же волной и интерферироваться. В каждом конструктивном месте квантовое пространство
распадется на гигантское число известных частиц, которые будут сразу сжаты окружающим пространством в компактный шар. Так возникает одна звезда. В других сотен миллиардов пунктах происходит то же самое. Так возникает одна из бесконечных галактик в большом шаре. Каждая галактика, как пузырек воздуха в воде, будет сжата со всех сторон окружающим пространством и одновременно будет выталкиваться в периферии. За миллионы, миллиарды лет такая галактика будет иметь скорость, близкой к скорости света. С этой скоростью галактика влетает в область, где кванты пространства меньше сжаты, и звезды начинают слой за слоем взрываться. Если галактика имеет диаметр 100 тысяч световых лет, то она изгорит за 100 тысяч лет. На Земле объясняются такие явления квазарами. Так называемые материальные частицы появляются только в момент появления галактики и строятся только из частиц нейтрино, которые состоят из определенного количества квантов пространства. Как при определенном воздействии на воду появляются кавитационные частицы, так и в квантовом пространстве отпочковываются нейтрино из квантового пространства. При определенном воздействии, например, если пространство растянуто, время в таком пространстве идет медленно. Если сжат, то время будет быстрее идти. Всего в этой гипотезе строения Вселенной 5 стабильных частиц. Это нейтрино, фотон, электрон, целлектрон и протон. И все они состоят только из нейтрино. Нейтрино состоит из определенного количества виртуальных частиц пространства, которые создают на поверхности нейтрино облако стоячих волн, которые создает перед движущимся нейтрино область вакуума, куда практически нейтрино вталкиваются с задней стороны частицы. Пространство с задней стороны частицами пространства. Вакуум перед нейтрино движется всегда со скоростью света. Если два нейтрино движутся очень близко, то так их облака интерферируются между ними, и они будут с внешней стороны пространства прижаты друг к другу. Это принцип прижимания с задней стороны пространством действует на все частицы, которые движутся в квантовом пространстве. Точно так же действует гравитация между телами. Все тела состоят из частиц, которые постоянно вибрируют. Эти вибрации передаются через квантовое пространство со скоростью света. Когда такие вибрации между двумя телами встречаются, они интерферируют, и квантовое пространство прижимает эти тела с обратной стороны друг с другом. И это все. Эта гипотеза объясняет все. Все явления на Земле, я здесь только коротко взял, все эти самые заряды и остальные все, понимаешь, все объясняется только лишь этими частицами. Квантовыми частицами пространства. Так, а вопрос такой, да. А они там обладают какими-нибудь механическими свойствами, типа массой, там, плотностью? Никакой массы они не обладают. Понятно, масса они имеют энергию. И получили при своем создании, получили, понимаешь, это самое, возможность раздуваться, понимаешь. Ну, да, двигаться, значит. А? Частицы, это частицы, значит, они получили возможность двигаться. Совершенно верно. Ну, понятно, хорошо. А что такое энергия? Такой вопрос. Вот я понял, это вообще как бы разновидность эфира, да? Вот. Так вот, пространство, квантовое пространство, это и есть эфир. Ну, это, то есть, идеальная несжимаемая жидкость, так? Или нет? Ну, что-то такое. Ну, это уже ничего, это уже...
Хорошо. Еще какие вы хотели? Скажите, пожалуйста, в вашей картине мира, что такое энергия? Я плохо слышу. Энергия, что такое энергия? Энергия. Энергия? Да. Вы сказали, что обладает только энергией, в результате которого расширяется. Что такое энергия в вашей картине мира? В данном случае все объясняется только лишь квантовыми пространствами. Я уж именно. Какие? Они, понимаешь, это самое, вот я к чему привязать их? Но вы же привязываете. Возьмем, например, электрон. Говорят, заряд у него, у протона, например, отрицательный, положительный, у электрона отрицательный. Я спрашиваю, что такое энергия в вашем представлении? Я к тому же веду, вы думаете, взял и это самое сразу, нельзя так это самое? Для того, чтобы вам объяснить, что такое энергия, да, это надо понять, чтобы пространство, вы знали, что это пространство, вот это, которое я сейчас говорю, это и есть квантовое пространство. Она передает эту энергию, как, например, это самый звук через молекулу воздуха. Спасибо. Это и есть. Понятно. И электрон, например, состоит из двух, из четырех, понимаешь, нейтрино, которые вращаются вокруг центра. И в результате образуется вихрь вокруг, этого электрона образуется вихрь, как в торнадо, понимаешь, вот вертится все это вперед, а там квантовое пространство. В результате вот эти вот колебания, передающие, которые движутся в пространстве, в квантовом пространстве, это и есть электрическое поле вот этого электрона. Все состоит только лишь из частиц вот этого пространства. И практически это одна частица, квантовая частица пространства.